Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алия, и здесь мы готовим без белого сахара, без глютена, без молока и без яиц. Обязательно подписывайтесь на мой канал, потому что рецепты выходят каждую неделю. Сегодня у меня для вас рецепт козинак. Готовятся они очень быстро и просто, а результат вас приятно удивит. Семечки, семена обжариваем на сухой сковороде до золотистого цвета. Добавляем сироп топинамбура. Еще раз хорошо перемешиваем, так, чтобы каждая семечка пропиталась сиропом. Горячую массу выкладываем либо в силиконовую форму. Обязательно хорошо утрамбовываем. Либо выкладываем на пергамент. Тоже хорошо утрамбовываем. Убираем на полчаса в холодное место. Затем нарезаем. Наш козинак готов. Приятного аппетита!